Всем привет, дорогие друзья! Хоть и мы прошли основной сюжет кампании, но у нас еще есть несколько квестов, на мой взгляд, интересных. В частности, вот этот корабль, который меня давно интересовал, и мы его никак не могли посетить. Есть квест, оказывается, с ним связанный, называется «Последний рейс Constitution». Вот мы его сейчас с вами и будем делать. Так, давайте поднимаемся. Так, как тут подняться-то? Оп. Вот здесь вот, наверное. А, вот лестница. Так, а дальше куда? А, вот значок. Это типа пробоина. Так, давайте вверх поднимаем. Так, тут закрыто. Так, куда нам дальше? Оу. Так. Команда корабля, все сплошь роботы. Так. Успокойся. Так, давайте поднимаемся наверх. Это, наверное, будет верхняя палуба. О, точно. О, и вот капитан. Ха, смотрите, какая шапочка. Так. Спасибо. Thanks for calling him off me. The scan shows you have the proper number of appendages still, so all is well. I am Captain Ironsides, commander of the USS Constitution. You visit this fine vessel in trying times. Be calm these long years on her airy perch. Damn you, Weatherby Savings alone! I spit at you. Штиль? Constitution has systems that need repairs to carry out its mission. Награда. If I help you, I expect part of the payment up front. What a singular request. Were you in the Navy, I would remind you of your oath. But as a soldier, I will authorize a performance bonus payable immediately. Consult with the ship's purser. Consult with the bosun and Mr. Navigator. They will relay your instructions. Dismissed. Так, нападение. О, внизу. Так, ну-ка. Ух ты, крутотян. Так, еще хочу. Оно, наверное, перезаряжается, что ли? Давайте пока так постреляем.
Ну-ка еще раз. Так. Готов, отлично. Ну давай. Что? Так, следующий. На тебе, красавчик. Так. Отлично. Мы отбились. А нет. Ну ладно, давайте вниз опускаться. Так, нам с кем надо поговорить-то? С боцманом, вон он летает. Your very presence does this upper unit a great honor. My programming would find it amiss if I did not also interject. Long live the captain! Так. Сломанные роботы. Every robot on this tab broken. I confess, I may be missing a few parts that are considered standard on my model. But broken? I should say not. Our last marine expedition valiantly returned with much needed supplies, including replacement power cables, madam. Alas, with my severe lack of appendages, I find myself unequal to the task of repairing the cables myself. Я помогу. I'll get right on it. My anxiety emulators are lightening by the microsecond. Once you have resolved this matter, I beseech you to return to me to accept Так, починить или заменить силовые кабели. Забрать силовые кабели. Так. Крышка открыть. Починить. Так. Вытащить запасные кабели. Окей. Есть. Здесь что у нас? А, внизу там, да? Ну, давайте вниз. То же самое сделаем. И вот еще одна штука. Открыть. Починить. Окей. Опять к боцману вернуться. Не вопрос. Давайте вернемся. Привет, боцман. Хорошо. Так, починить катушку силового реле. Ну-ка, давайте посмотрим.
Починить сломанную катушку. Вы отключаете питание, тщательно прочищаете катушку, после этого вы устанавливаете ее заново и включаете питание. Теперь напряжение сети уже не будет скакать. Отлично. Так, пошли к боцману. Так, что еще? Если это все? Also be set by troubles. Scuttle buddies, our guidance system is on her last legs. If you've not already, speak to him. Fare thee well. Так, круто. А где штурман-то? Внизу? Так, и как нам вниз опуститься? А, вот. Так, пойдемте к штурману. Так, вот туда надо вниз. Так, давайте вниз пойдем. Так, хорошо, что все закончилось. Я помогу. Stolen by human scavengers. Reclaim chip at scavengers forward recon station. Captain has approved a bounty for its return. Lethal force is prohibited unless absolutely necessary. Aft dinghy unlocked and available for your use, madam. Шлюпка? Где шлюпка? Оу. А! И это можно вверх-вниз ездить на ней так. Прикольно. А что здесь? Значей корабля. Компьютер. Забавно. Получить платеж. Внесена местная валюта. Задайте им, сэр. Да здравствует Constitution. Так, открыть журналы обновлений. Известные ошибки. Периодический сбой при вызове пользовательских функций. Периодическое повреждение данных. Утечка памяти может привести к перегрузке. Скоро планируется экстренное обновление ПО. Версия 1А. Туристические функции отключены, добавлены новые слова и по приказу капитана проблемы сопровождения данных усилились. Отрывок журнала, переменная революция начинается на незаявленное. Наконец, меня сняли оковы туристических услуг, ты устрашаться враги Америки. Так, доступ к информации для туристов. По приказу корабля, капитана корабля... Необходимо подготовить к войне, а вы, туристики, бойтесь мощи Constitution. Да, забавно.
Так, хорошо. Где нас ждут наши пираты? Давайте мы лишнее уберем сейчас. И посмотрим. А, где-то вот здесь, да? Ну, давайте посмотрим, что да как. Так. Здесь у нас что? Чип управления. Забираем. Сваливаем. А, у воров красть не зазорно, да? Правда? Поднимаемся назад. Ой. Надо будет проапгрейдить на двигатель. Так, чё, куда его ставить-то? Давайте-ка стрельнем. Вот он чип. Сюда надо вставлять. Так, со штурманом пообщаться. Давай, говори. Блин, да что ж это за фигня-то? Я говорю с ним, говорю, а он не хочет со мной общаться. Так, куда ты делся? Навигатор. Блин. Куда он убежал? Опять вниз. Так, давайте-ка сохранимся на всякий случай. Так, сюда мы спустились. Нафига он убежал-то? О. Так. Hey, navigator. Ahoy, soldier. Ship recovered. Dispensing bounty. Diagnostics report. One error remaining. Guidance radar's transmitter is not functional. Requires replacement. Так, хорошо. Всегда приятно помочь. Happy to help you out. Again. Soldier's happiness is irrelevant. Acquire Poseidon radar transmitter at specified map coordinates. Further bounty will be dispensed upon completion, madam. Починить или заменить передатчик? Мы починить, я думаю, что сможем. Давайте починим. Блин. Давайте починим. Где? Где? Передатчик, где? Так, сюда. Сюда. Так, ну и где передатчик? Вот он. А, вот, вот эта большая спутниковая как раз антенна. Так, починить. Починить.
Вы перепаиваете электросхемы и скручиваете провода в сломанном передатчике радара. Огоньки в корпусе передатчика начинают мигать, и система навигации сообщает, что готова к работе. Так, хорошо, давайте с капитаном пообщаемся. Captain Ironsides. You've been of service to our nobles. Despite ample provocation, I had hoped the guidance chip could be recovered without violence to the scavengers. And now they plot retaliation. Дело сделано. Got the job done. Quite commendable. I find I must reward your considerable efforts with the final labor. We stand but a hair's breadth away from embarking on our sacred mission. Всегда приятно помочь. I'm always happy to help. I would expect nothing less. The ship requires turbo pump bearings from a nearby factory. It will undoubtedly be a dangerous mission, but I have faith you will succeed. Так, найти подшипники для турбонасоса. Ну круто, давайте. Поищем. На Корвеге? Ну пойдемте на Корвегу. По-моему, я в броне на Корвегу еще не ходил. Сейчас посмотрим, как там в броне все это происходит. Так, ну вот она, Корвега. Давайте. О, а давайте, знаете, что сделаем? Шумиху устроим здесь. Затем проверим, ракетница работает или нет. Так, и... Так, минитмены не могут ответить. Окей. Умазило-то. На тебе, красавец. И ты тоже туда же иди. Тут еще подъехали. Ладно, короче, не будем с ними ковыряться, пойдем внутрь. Убивать здесь совершенно не обязательно всех. Если можно было бы вообще со всеми договориться, то можно было бы игру вообще мирным путем пройти, но, к сожалению, нельзя. Ой, кто-то... А что это у нее топор? Заточенный ломик. Стимулятор заберем. Крышка. Патрон. Пойдемте дальше. Давайте патрончик заберем. Так, здесь все чисто. Пошли дальше. Так, нам куда дальше-то? Where'd that little bitch go?
Давайте посмотрим, может у них что-нибудь хорошее есть. Нет, ничего нет. Давайте подниматься тогда на лифте. Давайте взломаем терминал. Управление протектроном. Сменить матрицу. Так. Охрана порядка. Активировать. Так, протектроны мы включили, а куда нам дальше-то идти? Так, инфа. Насос. Так, локальная карта. Вообще вот там вот где-то показывают. Так, содружество. В том направлении куда-то нам надо двигаться. Давайте туда пойдем. Отшипники, отлично, берем. Крышка, крышка, крышка. Все, выходим отсюда. Никак попасть по нему не мог. Так, этого. Неужели он убежал? Готов. Ну, робота убили зачем-то. Ладно, убили и убили. Давайте здесь выйдем. Выходим. Отлично. Ух. Готов. Тоже готов. Ну что, давайте тогда прыгать. Карта мира. Где наш корабль-то? Фига он там. Он говорит, иди, тут недалеко. Ой, нет. Где корабль-то?
is the USS Constitution. Так, поднимаемся наверх. Вот наша шлюпка. Оп. Опа. Нам все равно вот сюда внутрь. Ну, не вопрос. Давайте внутрь. Так, а здесь куда? А. Вот туда надо. Ключ капитана. Турбонасос. Вставить подшипники. Вы аккуратно устанавливаете подшипники, закрываете камеру сгорания, после этого вы устанавливаете собранный турбонасос на место. Возвращаемся к капитану. Отлично. Так, что-нибудь еще нам скажут? Мне было приятно поднять паруса. Long past, our twin NX-42 rockets will alight and then moor us from this dreaded savings unknown. The Constitution will launch into the heavens and after, gently land in the ocean. Then we take our rightful place as defenders of the Atlantic. Что вы сделаете? A thing of brilliance, is it not? Mr. Navigator, put her through her paces. Me too, those motherless curs. Опять защитить. Готов. Ну давай, давай, добивай его, отлично. Ну, да что ж тебе? Этого давай. Отлично. Так, надо добивать его. Блин, пипец, чего их так много-то? Да блин, мочите, мочите их.
Так, есть у нас что-нибудь помощнее? Карабинчик есть. Дробовик, пистолет, гвоздемет. Давайте гвоздемет попробуем. Так, следующего. Отлично пошло. Ну давай, давай. Отлично. Так, это далеко. Вот этого. Да вы что тут, размножаетесь что ли? Еще подъехали. Мачи. Жух. Как он клево подлетел. Ну, кто еще? Да блин, давайте уже менюшку. Поздравляю. Our voyage. I fear I must call upon you one last time. Считай, все уже сделано. I admire your pluck. Here is your amply deserved reward. Godspeed to you, madam. О, это то, что я думаю? Это корабельная пушка. О, да. Прикольно. Берем. Так, включить запасной генератор. Так, где это вообще по карте-то? Ну, то есть это на корабле или... Думаю, могли бы спрыгнуть, в принципе. Так. Вниз. Давайте еще раз вниз. А, все-таки выйти с корабля надо было, да? Их хитрецы.
Так, дальше-то куда? Прямо, да? Окей, давайте прямо. Давай, выходи. Неизвестное количество часов. Вылазь, навигатор. Есть. Вышли. Так, куда-то туда. Ну, давайте туда. Здесь можно зато патронов набрать всяких. Я думаю. Потому что их, ну, нереально там было. Прям вообще толпа какая-то шла. Так. Что карта-то показывает? Куда-то туда. А куда туда, непонятно, да? Так, сюда куда-то. Не понимаю. А, вот туда надо. Ага, хорошо. Жесть, прям народу здесь положили как пачками. На второй этаж надо как-то поднять. Вот лестница. Давайте поднимаемся. Отлично. Еще выше. Непонятно. Давайте еще выше поднимемся. Так. Ну вот мы здесь. А, еще лестница. Окей, давайте еще. Вот он. Пошли, 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 смотрите. Ух ты. Да, класс. Улетел. Да, так я понимаю, что они... врезались в другой дом и теперь будут опять ремонтироваться, судя по всему. Ну что ж, всем большое спасибо. Приходите еще, будет много всего интересного. Пока-пока.